Group Road 148, где будет, должно быть куча танцев, и я надеюсь, не просто танцев, но еще и научат нас танцевать, научат разным стилям, научат нас разным движениям. Меня сейчас совершенно, я думаю, не видно, но главное, что сейчас мы увидим все вместе. Суть марафона в том, чтобы научить танцевать за одну ночь как можно большее количество людей, чтобы танцующих, очень красиво танцующих людей прибавилось в нашем городе как можно больше. А какие здесь будут стили представлены? Стили разнообразные. От дэнс-холла до брейкинга, до трайбла, танца живота, стрипа, все, что придет в голову. Если честно, сегодня первая вечеринка такого Влада танцевальная, совсем танцевальная, чтобы. И я давно не видел здесь такого огромного количества танцующего народа, потому что, как правило, мы делаем, знаете, фестивали музыкальные, когда собирают 5-6 групп, и в общем в зале практически все музыканты, на сцене музыканты, они друг друга как слушают, и нормально получается. Может просто любой желающий прийти, потусоваться в клубе, поотдыхать и в тот же момент поучиться танцевать от лучших педагогов города, которые готовы предоставить свои мастер-классы. А именно вы что? А? Именно вы что преподаете? Я преподаю эротику и джаз. Хотелось бы такие мероприятия нам проводить как можно чаще и привлекать для этого больше количество людей, чтобы красиво танцевать на дискотеке это было нормой для всех, для любого человека, не обязательно для того, который 5 лет отмучился в хореографической школе или постоянно ходит там в танцевальные классы, а просто любой человек смог бы быть способен танцевать какие-то элементарные базовые движения различных стилей. Научим танцевать за одну ночь. Именно такой девиз сегодня был в клубе Road 148. Наверняка бы и я научился танцевать за сегодняшнюю ночь, но у меня, к сожалению, не было с собой оператора, поэтому я все делал сам. О, Господи, и операторствовал, и режиссировал, и интервью брал. В общем-то, все сам, все вот этими вот ручонками. Но я думаю, что у меня еще будет шанс научиться и хип-хопу, и гоу-гоу, и даже стрип-дэнсу, вот. Собственно, все. Для меня эта ночь была веселая, интересная. И, кстати, я очень много чего нового сегодня узнал. Так что все, я прощаюсь с вами. До следующих встреч, пока, я отключаюсь.